как купить и установить дронов. Во-первых, нужно определиться с кораблем. Некоторые корабли просто физически не могут использовать дронов. Для того, чтобы понять, есть ли у вашего корабля отсек для дронов и может ли он использовать дронов, необходимо, во-первых, открыть трюмы и склады и посмотреть, есть ли у вашего корабля дополнительные грузовые отсеки. Если нету, то под кораблем так и написано «нет дополнительных отсеков». Если же у вас есть корабль, который точно обладает дронами, вам необходимо его активировать. Дальше вы увидите отсек для дронов, в который можно положить дронов. Но для этого нужно их сначала купить. Если вы, к примеру, в ЖИТе, в торговом хабе, открываем маркет. Здесь есть вкладка «Дроны». Она буквально третья сверху. Потом идут боевые дроны. К примеру, легкие дроны. Акалиты. Акалиты стреляют электромагнитными зарядами. И эффективны против Саньши и блудрейдеров. Так как мы находимся в Калдарии, здесь у нас непись это Гуриста. Поэтому нам нужны хорнеты. Они стреляют кинетиком. У Гуриста по кинетику как раз дыра. Вот, смотрим цену. 7197 иск. Если данная цена нас устраивает, покупаем. К примеру, 5 дронов. Правой кнопкой мыши нажимаем купить. Не забываем отсортировать по цене к наименьшему, чтобы удобно было смотреть, где самые дешевые дроны. Если на текущей станции, покупаем, выскакивает такое окно. Выбираем количество, которое хотим купить, там, к примеру, 100 с запасиком. Покупаем. Дальше, вот, они у вас появляются на складе. Со склада вы их перетаскиваете в отсек для дронов. И... выйдя в космос, вы увидите у себя окошко дроны. Если не увидите, возможно, оно у вас где-то спрятано. Нужно поискать его слева на панели. Оно может быть свернуто. Вот у меня это окошко вот открыто. Здесь я уже отсортировал. Дронов можно запихнуть в определенные папки, которые можно создать, точнее группы. Группы можно сортировать, переименовывать. Дронов можно перекидывать, раскидывать, брать с запасом, брать по одному, по два, по три в группе. В общем, как вам удобно. Далее, чтобы запустить дронов, просто берем за группу и перетаскиваем в космос, они у вас запускаются. Либо можно зажать кнопку, левую кнопку мыши, и у вас откроется диалоговое окно, в котором есть кнопка «Запуск дронов». Вот. В принципе, это все, что нужно знать о том, как купить дронов.